7 марта в Ульяновске для Светланы Чупшевой началось посещение индустриального парка Заволжье. Здесь генеральный директор агентства стратегических инициатив ознакомилась с работой Ульяновского центра трансфера технологий. Светлана Чупшева осмотрела местные лаборатории Комбери и Тестген, после чего генеральный директор этого наноцентра Андрей Редькин презентовал столичной гости проект создания региональной технологической долины. Затем Светлана Чупшева посетила детский технопарк «Кванториум» и Ульяновский авиационный колледж, на базе которого сейчас создается межрегиональный центр компетенции WorldSkills. В Ульяновской области очень много проектов реализуется, и за 6 лет действительно сделано очень много командой губернатора и в части улучшения инвестиционного климата, и снятия административных барьеров для бизнеса, развития человеческого капитала. Очень много проектов, связанных с формированием и развитием кадров молодежи, детей. Во второй половине дня эксперт посетила форум деловых женщин, где приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса лучших женских предпринимателей и осмотрела помещение под организацию коворкинг-центра «Точка кипения». Также гендиректор агентства стратегических инициатив побывал в открывшейся после капитального ремонта Ульяновской детской клинической больнице, где вместе с губернатором и руководством медучреждения приняла участие в обсуждении проекта «Открытая реанимация». Ульяновская инициатива понравилась не только гендиректору агентства стратегических инициатив, но и многим другим. Например, руководителю благотворительного фонда Константина Хабенского. Мы искренне считаем, что проект открытой реанимации для всей страны очень важен. И многие прогрессивные врачи уже открыли двери своих реанимаций для свободного доступа и круглосуточных посещений. В федеральных учреждениях это произошло почти везде. Завершился рабочий визит столичной гости встречи с представителями НКО области, реализующих проекты в социальной сфере. Замечательную команду с возможностью сегодня здесь встретиться на территории города Ульяновска и пообсуждать очень важные проекты, в том числе связанные с региональной технологической инициативой. Я прекрасно понимаю то, что Светлана Витальевна сегодня достаточно большое количество проблем, задач, вопросов, которые ей необходимо решить на новой должности. Но она нашла возможность посетить наш регион. Это большая честь для нас. И одновременно, конечно, это большая ответственность перед ней и перед ее командой. Андрей Корчагин, Данила Сурков, новости Ульяновской правды.